Извините, пожалуйста, что я вас отрываю. Вы такие довольные. Мне очень неудобно. Скажите, куда вы летите? В Америку. И вы этому радуетесь? Да. Мы только там и не были. Вот вы любите юмор? Очень. Вам очень будет скучно в Америке. У них же юмора нет. Вы посмотрите на их комедии. Вы посмотрите, над чем они смеются. Все шутки ниже пояса. Ну, я понимаю, у кого что болит, тот о том и говорит. Но я вам должен сказать, что я проверяю чувство юмора разных народов на таможне. Я всегда шучу, когда меня спрашивают там таможники, везите с собой наркотики, золото там. Я говорю, да нет, наркотики я дома оставил. Ну хорошо, я итальянцу сказал, итальянцы с чувством юмора. Он говорит, о, как жалко, я бы сейчас с вами, там. Черт меня дернул сказать американцу. Он тут же спросил, где мой дом. Я говорю, я пошутил, говорю, у нас нельзя шутить на американской границе. И провел меня в отделение. И я поэтому, когда люди вот так вот довольны, здесь в Шереметьево, я специально приехал, я хочу отговорить людей от этого. Посмотрите, все стоят веселые, все куда-то собираются. Скажите, пожалуйста, ну вот что вы улыбаетесь? Скажите, что вы радуетесь жизни? Куда вы летите? Германию. Германия еще скучнее Америки. Зачем вы туда летите? Ну, погулять, купить. Еще в Германию летит кто-нибудь? Видите, умные люди не летят в Германию. Я вам говорю, не надо душе русской, в Германии тесно, там нельзя остановиться на дороге, нарвать яблоки в саду, там нельзя, вас арестуют, там нельзя пожарить шашлычки на обочине, разбросать следы веселья по полянке, там нельзя вечером потянуть на себя скатерть рывком салатом в морду гостям, там ничего нельзя. Вы поймите, там девушка и парень ходят. Я не шучу, что вы смеетесь, там девушка и парень. Перестаньте смеяться, я серьезно говорю, там девушка и парень. Кстати, девушки, имейте в виду, в Германии никогда не летите, потому что там молодые люди ходят в рестораны, и каждый платит за себя. Он за себя, и она за себя. Вот я понимаю, вы сразу погрустнели. Правильно. Вы можете себе представить, что вы придете, вы ей скажете, любимый, ты так хороша, этот салат ты съела. Вы летите зачем? Ну, вообще купить машину. Купить у них ничего наш человек не может, они не понимают, что мы хотим. Я уже пытался купить занавеску у немцев. Я пришел в немецкий магазин, говорю, мне нужна занавеска на окно. Он спрашивает, сколько? Я говорю, окно 2,80. Он говорит, нету. Я говорю, а у вас какие занавески? Он говорит, на 3 метра. Я говорю, может, вы меня не поняли? У меня окно 2,80. Он говорит, правильно, у нас на 3 метра, вам не подходит. Я ему говорю, дай на 3 метра. Он говорит, что вы с ней будете делать? Я говорю, отрежу. С ним чуть инфаркт не был от того, что я буду резать их германскую промышленность. Куда вы летите? В Италию. Это ничего, итальянцы ненадолго, но можно следить. Итальянцы очень интересный народ, а главное, они очень похожи на наших. Они разговаривают руками и все время думают, где украсть. Так что вы там будете совершенно в своей тарелке. Знаете, о чем думают японцы на работе? О работе. Вы эту недалекость мышления представляете? А выходят на обеденный перерыв, когда объявляют обеденный перерыв. В 12 часов в Токио вся страна, весь город вышел на обеденный перерыв. Я думал, воздушная тревога. И еще, имейте в виду, с японцами очень трудно говорить по-английски. Это единственная страна, где вам на вопрос «Do you speak English?» ответят минуты через 3. У любой нации спроси, отвечают «Yes, no». Они думать начинают, потому что они роботы. Им утром вставляется программа, и они думают, у них глаза как дисплей. Они хай-хай-хай-хай, и минут через 4 те «Yes!» Наш человек сразу говорит, пошел вон, но сразу, вот наша жизнь значительно интереснее. Вы тоже? Нет, я во Францию. Во Францию. Франция – это страна просто садистская, я вам должен сказать. Вы знаете французские сказки? Вы знаете, что психология народа познается по сказкам? Ну как, Иван Дурак – это наш народный герой, любимец. А французская сказка, вы вдумайтесь, отражающая психологию народа – «Красная шапочка». Мама дочку через темный лес послала к бабушке с пирожками, а то бабушка загнется без пирожков ночью. И главное, предупредила, за воду проявила. Говорит, осторожно, доченька, там волки могут быть.